Казанский федеральный университет посетил профессор Института фармакологии Бернского университета и руководитель гранта правительства Российской Федерации Симон Ханс Уве. Симон Ханс Уве – один из ведущих мировых исследователей в области молекулярных механизмов воспаления, клеточной гибели и канцерогенеза. В этом году ученый стал руководителем лаборатории «Молекулярная иммунология» научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Казанского университета. Она займется поиском новых мишеней в лечении рака. В исследовании участвует порядка 10 специалистов. Я уже долгое время сотрудничаю с различными группами в России. Стал профессором иммунологии в Первом медицинском университете имени Сечина в Москве. Знаком с Николаем Барлевым, ведущим ученым из Санкт-Петербурга. Я спросил его, не знаешь кого-нибудь в России, кто хочет заниматься исследованиями в области молекулярной иммунологии? И Николай предложил мне обратиться в Казанский федеральный университет. Так же, как Архимед говорил, дайте мне точку опоры, я сдвину землю, так и современная фармакология, медицина говорит, дайте мне молекулярную мишень, то есть причину заболевания, и я найду лекарственный препарат и вылечу это заболевание. Также и здесь проект направлен на то, чтобы выяснить молекулярные причины возникновения онкологических заболеваний. То есть, а если более конкретно, как нарушение работы митохондрий, это наши батарейки в клетках, связаны с процессами воспаления и с процессами канцерогенеза, то есть развития онкологических заболеваний. Если мы поймем эти механизмы, то мы сможем подобрать ключики, то есть лекарства, которые будут на эти механизмы точно воздействовать, и это, возможно, приведет к возникновению нового класса лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Визит ученого завершился встречей с ректором Казанского университета Ильшатом Гафуровым и директором Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андреем Киясовым. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз.